Наша компания представлена по всей России, от центральной и западной части России до самой Сибири. Мы представлены в 63 регионах, как вот указано на презентации. По 2020 году выручка нашей компании составила 11 миллиардов, и более 23 миллионов человек посетили наш сайт и воспользовались услугами нашего сервиса. Также замечу, что под нашим брендом работают и офлайн-аптеки, их порядка 150 по всей России. Для многих регионов наша аптека – это первая аптека, где можно заказать медикаменты, лекарства с доставкой на дом. Модель развития у нас – аптека «Хаб». Это аптека с собственным складом, собственно говоря, то, что вы сейчас видите. На начальном этапе при открытии техническом ассортимент составляет порядка 12 тысяч позиций, но, как правило, мы его уже в процессе работы расширяем до 18 тысяч позиций. Помимо лекарств в нашем ассортименте присутствуют БАДы, товары для здоровья, для красоты, медтехника, медицинские изделия, товары для детей, достаточно широкий выбор представлен. На сегодняшний день, до конца 2022 года, мы планируем открыть 180 аптек-хабов по всей России. Про ассортимент. Ассортимент, помимо лекарств и витаминов, я уже говорила, у нас присутствует медицинская техника, товары для детей, средства гигиены. Мы сотрудничаем с 270 дистрибьюторами, они лицензированы. И на нашем сайте в приложении представлены позиции, наименования порядка более чем от 2000 производителей.